Ты протираешь глазки и только включаешь телек. А где-то парни бьют врага, а может и несут потери. В боевой технике или в живой силе. Ты знал, как лучше, ну да, тебя-то не спросили. Но не стесняйся, в телеге напиши комменты. Кстати, по экипе подскажи еще один момент. По сумке лучше спереди или же по бокам. Да приезжай сюда, сам надаешь им по рогам. А у тебя дела, работа и дома ждет семья. Базару нет, мы тоже все тут друзья и сыновья. Любимые отцы, единственные братья. А если не согласен с нами, неси проклятие. Вряд ли имеют вес слова того, кто с тем и не знаком. Но если это урок, следи за языком. Да мы-то быдло из окопов, что воюют за страну. Все, чтобы ты, мой сладкий, не поехал на войну. Братва, я вас приветствую. Осё, шо у нас? Пальмы, малинка, деточка, бешена малинка, движуха. Осё, движуха, огнена, огнена, движуха, Володька. Наглажен до крейку, наглажен, люто. Понимаю, за смысл сюда было идти. Ну ладно, мы идем нет, сюда, нет, потому что мы свою страну защищаем. У нас не было выбора. Пальцы в кинули, пиджак посадили, привезли, одели форму. Вот туда идти. Назад пойдешь, я идем. Ну и это вы считаете президента своего Путина нихуя себе. Ну как можно тогда разговаривать, если он ставит такие приказы, говорит, ебать, не выполнишь, ты сдачу. Я Федосеев Сергей Александрович, 17.01.79 года рождения, уроженец города Донецка. Сдался в плен добровольно вооруженным силам Украины, потому что возмутило о том, что российские войска обстреливают Донецкую всю область, города Краматорск, Покровск. Все города обстреливаются. Но так не должно быть, чтобы просто ради чего должны гибнуть мирные люди. Ну, хотелось бы прекратить эту войну.